Городской парк Дружбы народов всегда был популярным местом отдыха для горожан и гостей города. Однако сегодня парк похож скорее на неухоженную и заброшенную лесопосадку, нежели на городскую достопримечательность. В рамках партийного проекта «Городская среда» волонтеры партии «Единая Россия» вышли на улицы города для сбора подписей на восстановление народного парка. Проект «Городская среда» содержит в себе приведение в надлежащее состояние дворовых территорий и приведение в хорошее надлежащее состояние городских пространств, общественных пространств. Концепция данного проекта, она как раз-таки нацелена на максимальное привлечение жителей, ульяновцев, жителей Ульяновской области к участию к этому проекту. Отрадно, что не только представители старшего поколения соглашались на участие в акции, но и более юные жители города с радостью оставляли свои подписи на бланках, подходя к делу с большой ответственностью и пониманием. Одним весенним днем мне посчастливилось прогуляться по этому парку. Если честно, я была в таком, в шоке была от того, что как все заброшено, и как там очень много мусора и некрасиво. Я считаю, что нужно восстановить, так как отличный и прекрасный вид на Волгу открывается из этого парка. И там очень много памятников заброшенных. В городе парков не так много. И хочется, чтобы люди как-то проводили свое время, поэтому хочется больше парков. Парк Дружбы народов, это парк нашей молодости. Это такое знаковое сооружение для нашего города. Я считаю, что это просто грех не поддержать. Скажу честно, я всегда за парки. Вот и все. Единственная инициатива. Разрушать все молодцы. Нужно восстанавливать, а не разрушать. Параллельно в Заволжском районе проходит сбор подписей на восстановление парка Прибрежный. Акция продлится еще несколько дней в разных районах города. На сайте регионального отделения партии можно самостоятельно скачать форму подписного листа, заполнить и принести по адресу улица Гончарова, 54. Кристина Жакот, Юрий Конихин, новости Ульяновской правды.